Всем привет, дамы и господа, добро пожаловать в Fortnite гонки, и сегодня мы продолжаем наш путь к Unreal. В прошлой серии мы дошли до платины, сегодня движемся дальше, погнали в ранкет. Итак, друзья, день дрифта, первая карта на платине. Ну что ж, я надеюсь, кто-то со мной эти гоночки бахает, но если не бахает, когда-нибудь кто-то начнет бахать, и я думаю, эти ролички будет, так сказать, руководством. Кстати, этой карты, по-моему, не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не помню, когда я на этой карте последний раз ездил вообще. Капец. А, вспомнил, что за карта. Все, вспомнил. Думаю, что за карта, блин. Тут столько карт понабахали. Я порой еду, думаю, блин, что за карта вообще. Я вот только-только вспомнил, что за карта. Ну, короче, здесь вот такая тема есть. Вот то, что я сейчас сделал, это неплохая такая движуха. Можете использовать. В принципе, здесь... Что здесь? В принципе... Ага, вот сюда вот. Давненько я эту карту не ездил, если честно. Ну, ничего, сейчас будем вспоминать. Ну, вроде как на платинке еще нормально, ребят. Живем еще пока что. Так, здесь изначально мы можем полететь вот сюда вот, короче. Отсюда я вот запрыгиваю на заборчик немного. Ну, я так пока езжу. Ну, вот так вот сокращаем. Здесь вот так вот. Ого, я оторвался, не кисло как-то. Так, здесь выходим с поворота и включаем бустецкий. Залетаем в эту трубу. Вот таким вот нехитрым способом. Дальше забираем вот эти вот буспадики. Здесь нижний можно, ну, нижний мы не забрали, ладно. Так, ну и копим, конечно. Тут еще, кстати, наверху можно забрать вот нитру. Ну, вот так вот. Я не знаю, есть ли в этот профит вообще. Ну, если вам интересно, здесь еще где-то есть буспад. Вот он. Вот такая вот история, короче. Такс. Ну, пока что все хорошо. Едем пока что замечательно. Такс, оторвались. У нас уже три нитрухи есть. Сейчас с поворота выйдем, первый заюзаем. Бамс. Бамс. Отлично. Подъезжаем сюда. Здесь получается раз. Два. И здесь можно, наверное, сразу вот так вот заюзать. Ого, мне аж игра посчитала, что я что-то не так делаю, но все нормально. И топ-1, друзья. Let's go. Начало хорошее. Так. Сколько процентов дают на платине? О, на платине что-то вообще жиденько, конечно. Друзья, продолжаем. Клубы пыли 2. 12 человек в фулл лобби. У нас вторая каточка на платинке. Давайте-ка зададим жару. Посмотрим, что здесь. Ну, пока что вроде платина, ну, не очень сильно отличается по ощущениям от золота. Как-то пока что достаточно просто идет. Пока что мы не встречали еще таких прям, знаете, жестких типов. Ну, я думаю, еще все впереди. Ну, вот уже ребята тут более-менее гоняют уже. О! Контент начинается прямо сейчас и здесь. Тут, короче, вам главное на вот эти буспады наезжать, и все. В принципе, ничего тяжелого нету. Если вовремя везде заезжать, то проблем у вас не будет. Не всегда, конечно, получается все везде идеально наезжать. Но в идеале все ловить просто и все. Ну, видите, правые не забрали. Еще правые надо было забрать. Но в любом случае, топ-1 мы держим. И это меня радует. Здесь можно вот так вот задрифтить, чтобы максимально собрать ускорения, которые нам так нужны. Здесь максимально стараемся все вырвать. Здесь улетаем сюда, здесь сюда, здесь сюда. Блин, верхнюю не забрали, нижнюю не забрали. Ладно. Пойдет. Ну, без фейлов тоже не случается, конечно. Такс, зато здесь две подобрали красивенько. Вообще классная карта. Если ее идеально как бы ехать, тут она такая достаточно приятненькая. Вау. Такая очень динамичная. Так, мне нужно два дрифтика накопить.
Один мы успели накопить. О, здесь мы все забрали. Вот, ну, соответственно, у нас... И здесь еще один берем. Да, и все. Вот теперь вот чил. Все, у вас на финиш один должен быть. И здесь уже, допустим, после вот этого можно спокойненько юзать и забирать топ-1. Окей. Второй топ-1 залутали. Смотрим результаты. И еще 15%. Переносимся на следующую карту. День дрифта, ребятки. И у нас уже была эта карта. Она была первая, поэтому давайте-ка сразу перенесемся на финиш. И не будем заново ее катать. Потому что у нас всего лишь платина. Ну что, ребятки, доезжаем. Все нормально, в принципе. В принципе, все ровно. И топ-1 собираем. Ну, мы первую катку, которую играли, была эта карта. Поэтому второй раз на платинке неинтересно. Начиная с диамантов, уже будем каждые карты откатывать. Ну, а здесь забираем топ и движемся дальше. 50%. И очередная карта, это у нас 40-й заезд. Во, интересненько. Сегодня у нас не было, на платинах мы еще не гоняли. Поэтому давайте-ка зарядим здесь по полному. Таким образом, кстати, начав снимать эту рубрику, я и сам оттачиваю умение. Это мне полезно, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, главное не перелететь. Вроде все нормально. Капец, чуть не перестарался сейчас. У меня было такое, что я уже перелетал. По-моему, в одном из видосов такое было. Да, это, конечно, фейл конкретный. Так, блин, надо было по той сокращалке поехать, но уже ладно. Куда вот этот молодой человек собрался, интересно? А? Как вы думаете, куда он собрался? Явно выиграть хочет. Что-то он рано очень нитро использовал. Тем временем мы юзаем два буспада и наказываем его. Заранее использование нитро. Но у нас все идет по плану, все четко. Все четенько, врываемся. Блин, ну эту карту я уже катал столько раз, я уже ее накатал неплохо. Даже пока я снимаю данную рубрику, это, прикиньте, каждый день я, считай, на этой карте откатываю. Так, там уже мы не забираем. Ладно, вот эти пособираем, в принципе, и нас это устроит. Хорошо, идем. Раскачиваем, раскачиваем нашу тачечку до максималочки. Так-с. Вау. Вот это мы, конечно, с поворота вышли на ускорении на жестком. Ну все, мы уже, походу, немного оторвались. Наша цель закрепиться в топе. И все, что мы, в принципе, и делаем. Забираем буспадики. Здесь, как обычно, вылетаем в центр. Забираем два. Тут еще один. И можно вот этот дальний. Я уже верхний не забираю часто. Забираю вот этот дальний. Тоже пойдет, в принципе. Здесь мы забираем ту двоечку. Все красиво. Здесь на ускорение идем. Сразу же вылетаем сюда. Чикс. Тут в поворотик заходим, заходим. Вот этот вот тоже надо, надо. Хорошо. Ну и все. А, ну они, кстати, не так и далеко от меня. Что-то я думал, там я оторвался куда-то. Я так особо и не оторвался никуда. То я там уже накрутил себе, что я там вообще капец куда оторвался, нет? На самом деле в спину уже дышат платины. Ну ладно. Забираем все-таки 40-й заездик. Ну они прям впритык. Вот этот вот Шами прям сзади меня ехал. Причем, видите, отставание минимальное. Вот уже чувствуется, что на платинках гоняю. Тут уже ребятки неплохо валят. Опять день дрифта 2. Но это капец, ребят. Увидимся с вами на финише. Ну что, ребят, день дрифта 2. Очередной топ-1. Let's go. Так, ну и что ж. Тут же тоже сразу за мной, ребятки, сразу. Тут уже минимальное просто расстояние, отставание. Но тем временем 80% движемся дальше. Так, золотая лихорадочка. И это уже интересно, ребятки.
и свежих карт. Давайте заценим, что здесь платины. Кстати, я тут новых приколюх научился кое-каких. Сейчас вы увидите. Сейчас будете смотреть, как я тут катаюсь по-новому. Ну, еще не заточил, но кое-что вчера вот я ездил. Кое-что новенькое для себя я присмотрел. А именно, ребятки, ну, здесь все понятно. Здесь едем так. Здесь... Вот тут смотрите, что я делаю я. Не прямо еду, а вот так. Оп. Чикс. Ну, как бы вот такая приколюха. Ого, у меня аж игра подумала, что я, короче, что-то не так делаю. Я не совсем еще гладко заезжаю, конечно, туда, но... Все-таки... О, тут меня, смотри, уже перегоняют, ребята. Ой-ой-ой. Что у нас тут? Проблемы могут возникнуть. Вот здесь мы едем влево. Блин, слева не забрал. Оу! Что это такое? Тут смотрите, что теперь в эту дырочку. В эту. Потом сюда. И вот здесь на нетрухе. Как вам такое? Ничего, да, такая темочка? Мне понравилось. И сразу, кстати, на первое место выезжаем. Да, жестко, жестко. Дяденька Шева делает, мангральчик делает. Ну, хорошая вещь, ребят, можете использовать. Может, кому-то будет полезно. Так, здесь вот эти две. И вот здесь просто на нетрухе укатываемся. Блин, ну это имба. Вот этот новый транзишн, конечно, ребят, пользуйтесь. Он имбовый. Ну, здесь я еще не заточил вот этот переход, но уже... Блин, вот видите, что происходит? Немножечко я его не умею еще гладко делать. Ну ничего, я его когда-нибудь заточу. И буду идеально залетать. Ну, кстати, не особо я и оторвался. Блин, вот здесь на платинах уже прям чувствуется, что челы прям преследуют жестко. Ой, хорошо. И вот этот бустецкий еще. Прекрасно. Вот это хороший был заезд. Так, давайте здесь тоже попробуем. Так, смотри, в дырочку. Сюда, сюда. Отсюда на два буста и здесь нетруху. Ой-ой-ой, почти... Блин, надо вот это дерево только не угадывать. Потому что не очень классно будет в это дерево попадать. И можно сразу просто слететь. Тут уже телы... Ну, челы не простят как бы. Я смотрю, уже здесь неплохо катаются ребята. Ну, то есть, если я словлю какое-то дерево, я уже, скорее всего, не выиграю. Ой, блин, как хорошо здесь я иду, просто жесть. Как же хорошо. Так, вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну, уже получше, кстати, уже получше. Вот этот самый, наверное, успешный был залет. Более-менее скорость не потерял и сократил. Просто они когда в поворот заходят, ты просто перелетаешь. Если тебе удастся сократить, сохранить скорость, то... Ну, это того стоит. Здесь хорошо, хорошо. И вот этот надо тоже забрать. Отлично. Блин, вот это прям неплохо сейчас уже. Надо наездить еще. Так, здесь в дырочку. Чикс. Сюда. Так, и на ускорении. Может сюда не заезжать вообще? Вот так как-то делать. Оу! Блин, это вообще шикарно сейчас было. Немного медлительно, но в целом шикарно. Ну ничего, это заточите и будет вообще идеально. Блин, провтыкал два. Ну, кстати, у меня же нитро есть. Бам, бам, оу, бро. Не, хорошая. Ну, намного эффективнее я начал ездить после этих переходов. Но опять-таки, видите, как уже впритык со мной типы катаются. Вот так вот, ребят. А это всего лишь платина. Праздничные водопады, блин. Интересно, сегодня радуют нас новыми картами. Прям вообще, прям кайф. Ну, давайте посмотрим, что там водопады как поживают. Водопады, 88 старт, и это замечательный старт. Так, сразу же набиваем дрифтуху. Здесь нам надо забрать 3. Ну, как минимум 2 забрали, нормально. И я сразу врубаю нитро и вырываемся в топчик. Так, блин, 3-ю не забрали. Тут в идеале тоже 3 забрать. Так, как я еду вообще здесь? Ну, сначала я, наверное, поеду внутри. А, вот. Здесь у нас сверху на потолке надо нетрухи. Вот не забрал. И эту не забрал. Ну ладно. В принципе, всегда все не получается собрать. Так, давай еще одна попыточка 3 собрать. Ну, 3 забрал, отлично. Вот это прям вообще хорошее.
Ах, третью не забрал, ну ладно. Так, надо на финишный круг, конечно, насобирать себе. Сильно я, конечно, не трухи трачу, но а что делать? Отрываться охота же. Вау, вот это жестко, конечно. Блин, я по второму кругу чела перегнал, охренеть, вот тильт. Давай, три. Ой, какая красота. Наконец-то я три собрал, наконец-то. Тут тоже три забираем. Так, у нас последний кружочек, нам нужна одна нетруха хотя бы. Она есть, давай попробуем через верх. Потому что сверху более легко завершить. Вот тут, наверное, уже зажимаем просто, и мы можем полететь и занять топ-1. Почему сверху последний? Потому что проще на финишную прямую выезжать. Ну, как вы видите, тут максимально быстро все заканчивают. Я 42, и сразу следующий 44. То есть у меня небольшое превосходство, по сути, но это топ-1 и платина 2. Здравствуйте. Так, прибрежная ферма. Офигеть, вот классно. Вот это сегодня они, конечно, карты накидывают интересно. И постоянно разные. Наверное, видосик получится самый длинный, наверное. Но начиная с диаманта, я уже думаю, диамант 1 будет ролик, диамант 2. То есть не будет сразу до элиты. Потому что там долго прям придется на диамантах. Там вообще чуть-чуть будут давать. Поэтому начиная с диаманта, ролики будут по одному. Диамант 1 будет отдельный ролик, диамант 2. Это вот последний ролик, где я за один ролик попытаюсь выйти на даймонд. Но он, наверное, и будет самый длинный. Я так предполагаю. Так, брат, подожди. Подожди, братан. Блин, ну я не собрал себе нетруху еще. Пока что. А вот сейчас вот мы вас перегоняем просто на одном нитро. Ну вот один какой-то мистер Бин еще сопротивляется, я смотрю, но... Надолго ли, братик? Пока что замечательные входы. Ой-ой-ой, как хорошо пошли. Как хорошо пошли. Ну, четко. Красиво. Я начал снизу ездить, потому что я тут могу насобирать себе нитро. Тут много дрифта. И я могу потом это нитро использовать во благо себе. Так. По-моему, не забрали мы бусты. А может и забрали, не знаю. Ну, по-моему, не забрали. Ну, по ощущениям, как будто ускорение не такое было лютое, которое должно быть. Ну ладно, надо отрываться. Потому что здесь на платине уже опасно. Блин, не забрали. Ой-ой-ой. Спину дышат, чувствую. Уже расслабляться нельзя, ребятки, это уже платина. Это вам уже не золото. Где спокойно можно было... Ой-ой-ой. Где спокойно можно было на пофиг ехать. Тут уже как бы не прокатит расслабон. Тут уже надо по-серьезному долбить. Так, ну вроде все нормально у нас. На финальный рывок есть. Да. Ну и все. Отлично, замечательно, динамично, быстро. Но видите, то есть все, тут уже отрывов минимальный. Но, идем дальше. Ответственный заезд, охренеть, не, сегодня прям выпуск походу будет очень долгий. Карты абсолютно новые начала кидать. И на каждой карте надо, конечно, пытаться брать топы. Потому что и так, сама платина, ну тут мало дают на платине. И помимо всего этого, нужно еще топы занимать, как бы. Вы замечаете, что дают все меньше и меньше с каждым разом. Ну, здесь, как бы, главное не врезаться, как вы понимаете. Чем меньше будете ловить эти красные палочки, тем лучше. Блин, вот сверху бустецкий был, надо было забрать, ну ладно. Так, пока что хорошо.
ворвались. Вот тут можно заюзать ускорение. И дальше ловить надо все просто нетрухи, которые видим. Такс. Ой-ой-ой, здесь понадобавляли сколько всяких приколюх. Такс. Можно вот так вот снизу, в принципе, проезжать. Так, я пока не буду нитро тратить, потому что он еще пригодится. Так, не словили жестко. Ладно. Пока нас не догоняют, все четко. Воу! Тише, тише. Плаки-плаки, а то сейчас будет. Не, нормально. Все замечательно. Давай попробуем верхнюю забрать тоже. Чикс, отлично. О! Не без приколов, конечно. Так, долетаем до отсюда. Здесь верхнюю забираем. Эту. Среднюю. Так, найс. Хорошо. Здесь как бы лучше проехать. Может вот так выпрыгивать, здесь добирать еще. Ну, тоже как вариант, кстати. Так, ну три есть у нас уже. Отлично. Три меня радует, ребятки. Так, 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 так. Все, собираем. Тише, 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 тише. Главное не зафейлиться. Это очень важно. Ну, верхняя тоже неплохо. Я не знаю, вот этот чикс. Как будто прикольно. Ну, в целом нормально. Вот тут одну можно заюзать. Ну, мы не врезаемся особо так. Не тупим на ровном шагу, поэтому едем в топе. Тут можно пролететь на первый. Вот тут смотрите, как можно сделать. Вот так можно и сверху залететь. Тоже неплохая такая страта. В любом случае, топ-1 есть. И как вы можете увидеть, опять-таки, расстояние по времени вообще минимальное. Капец, тут уже мало дают за топы. Это всего лишь платина. Охренеть, как тут мало дают. Жесть. Да, тут, наверное, очень много людей на платине висит. Потому что тут дают очень мало. Так это я всегда топы беру еще. Так, переносимся в полярное сияние. И продолжаем. Блин, ну дают очень мало. Я не знаю, сколько это по времени ролик займет. Наверное, это будет самый длинный ролик. Дальше, начиная с диаманта, буду делать по одному рангу я манал. Там на диаманте вообще там на 3-4 часа будет по ходу геймплея. Это капец нахрен. Поэтому вот этот доедем, я надеюсь, успешно. Но это долгий все равно будет. Но ладно, будет что посмотреть на досуге. Так, ну что, я ну вот мы забрали и все, и чел там улетел нахрен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, тут у нас проблемки возникают уже. Первые проблемки у нас. Пацаны тут агрессируют на новой карте жестко. Да. Ну ладно. Не впервой, как говорится, нам это агрессия. И не таких видали агрессивных. Так, ну, вырываемся вроде, но у нас превосходство не такое прям жирное, как хотелось бы. Верхний не забрали. Так, мы сейчас поедем, наверное, в сторону, потому что я сейчас погнался за вот этим дальним, и меня обогнали. Поэтому я не хочу уже за ним гоняться. Такс. Там еще есть путь другой, конечно, снизу, но мы сейчас экспериментировать уже не будем, потому что есть большая вероятность
выхватить. А нам как бы выхватывать вообще не надо, потому что нам и так мало дают здесь. Если мы еще топ-2 будем брать, топ-3, топ-4, там вообще будет херня. Блин, я, наверное, припасу нетрухи на последние круги. Да, я, наверное, сейчас не буду тратить. Как бы очень хочется, но последний круг. Давайте лучше... Ой-ой-ой, как же не в тему мы сейчас врезаемся. Зато забрали все буст-пады. Такс. Тут не забрали. Ничего страшного. Главное вот здесь нитро нормальное дать. Хорошо. Два есть. Есть еще одно. Еще одно. Так, а вот здесь вот не совсем ровно, ну ладно. Блин, надо еще на финиш одно срочно накопить. На финишную. Есть еще одно. И... Пау! Сюда. Нормально. Ну, уже спину дышат. Платинки. Неплохо платинки катаются. Не, ну это ужас, конечно, так мало процентов дают. Ну а мы движемся дальше. Кораблекрушение. И очередная карта. Такс. Но я заряжен. Нужно быстрее выходить с платины 2, быстрее брать платину 3. А для этого нам нужны, конечно же, топы. Только топы нам помогут. Блин, как же они щемятся тут неплохо. Парни, давайте-ка я, наверное, проеду. Вы не против, если я проеду? Немножечко хотя бы. Потому что мне надо дальше лупить. У меня тут свои планы, как бы, понимаете? Мне надо быстрее выйти. А чтоб мне побыстрее выйти, мне надо... Вот сюда поехать. О! Охренеть. Почему у меня тачка подпрыгнула, я не знаю. Но мы не забрали то, что я хотел. Ну ладно. Что-то скачет наша машиночка сегодня. Ладно, давайте быстренько нитруху подгоним. Так, отлично. Еще одну забрали нитруху. Хорошо, идем. Чикс. Ничего не пропускаем. А, отлично. Ладно. Так, ты сейчас опять скакать, да, будешь? Нет, я буду прижимать уже тачку здесь. Вот сейчас я нормально пролетел. В идеале вот так надо пролетать. То вот когда тачка начинает скакать, такое себе, конечно. Вы не берете буспад, теряете скорость. Хорошо залетели. Отлично. Блин, идем вообще супер. Мне нравится. И тут все забрали. Прям вообще сказка. Давай повторим наш успех. Так, и отсюда, вот сюда, вот. Во-во-во-во-во-во. Типа вот что-то такое, да. Ну, нормалек. Красивая каточка. Прям вообще. По красоте. Так, и что там нам накинули? Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Друзья, откатал я еще куча каток. В общем, все там было. И врезался, и не врезался. В общем, платина 2,99% сейчас. Я просто подумал, если я буду вам все выкладывать, этот ролик будет часа 3, наверное, идти. И это жесть. А я хочу в этом ролике с платины выйти. Вот с диаманта уже я начну. Вот диамант 1 и фул. Прям каждую гонку выкладывать. Я сразу до элиты не буду, потому что очень мало начали давать. Если все выложить вам, ну это капец. Ну этот ролик часа 2 будет идти. Ну такое себе. Поэтому я сократил. Вот. Сейчас вот откатал гоночку. И 99. И только платина 2. То есть я сейчас, если следующую, только на платину 3 выйду. Но это же трындец как долго. Поэтому тут немного сократим. А начиная с диаманта, там уже интересные пойдут гонщики серьезные. Там уже будем фул выкладывать вам. Я прям все буду. Поражение, победы, пофиг. Будем диамант 1 и пушим ролик весь диамант 1. Но очень мало начали давать. Я думал, на платине больше будут давать за топы. Так мало дают, это капец ролик какой. Но с платины хочется выйти. Ну потому что ролик нереально длинный получится. А по серии выкладывать диамант, ну такое себе, честно говоря. Сомнительно. Точнее, платину. Диамант уже интереснее, там гонщики будут уже такие нормальные. Тут еще посредственно челы катаются. Ну, как вы видите, без особых проблем тут топы забираются, поэтому... Ну, как бы уже получше ездят, я не спорю, но еще... Еще как бы... Не так, как мне хотелось бы. Я думаю, начиная уже с даймонда, начнется движуха. Пока что... Как бы хорошо едут ребята, да, но... На платине многие просто. И вот вам показатель того, что на платинке еще не сильно жестко. Поэтому хочу уже выходить с платины. Многие же на диаманте сидят. Ну, платинка тут просто. Едешь нормально, не тупишь на ровном шагу. И, в принципе, выходишь из платины. Тут каких-то экстра навыков не нужно иметь. Я просто еду, как по кайфу мне, и все. Главное не врезаться, конечно, потому что я... Если врежусь, меня, конечно, перегонят. Это 100%. Тут уже так они долго там прям не получится. А, уже все, финалка. Ну, тогда давайте-ка красиво закончим эту каточку, что ли. Ну, вот и все. Я чуть не прозевал сейчас. Вот так вот, ребят, происходит мой переходик. Ну, как вы видите, они впритык прям едут. Но это платина 3. Let's go. Dance. Так, и сколько мне дали процентов? Капец, по 10% дают. Итак, друзья, что там у нас получается? Одна каточка остается у нас до диаманта. Пришлось мне урезать ролик, потому что он был бы 3 года. В общем, еще одна каточка и... Здравствуй, диамант. Это одинокое озеро. У нас последняя карта перед диамантом. Как бы я тут ни приехал, скорее всего, 1% я точно залутаю. Поэтому давайте-ка насладимся последней каточкой в платине. Ну и дальше диамант. Дальше уже, ребятки, начинается все самое интересное. Так, это мы пролетаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как поехали-то, ребятки-то, а? Как же помчались. Ладно, мы тут чисто по-стариковски двигаемся. Не торопясь, так говорится. Так, это что здесь? Так, ну мы поедем наверх. Там тут поинтересней как бы. Поинтересней движуха идет наверху. Можно и вообще отсюда поехать, как бы. Оу! Ну, вот так врезаться, это моя тема. Ну, тем не менее, ребят, каким-то образом мы... Воу! Во! Начало есть. Вот что значит залетать вот так вот сразу.
Блин, вот это, конечно, неприкольно сейчас было. Ладно, у нас еще есть время догнать топы. Чем мы, собственно, и займемся сейчас. Как же меня здесь не хочет кидать. Так, бро, мне надо на топ, Так, я тут рисковать не буду, наверное, второй раз уже перед финишем. Не очень-то и хотелось бы, конечно. Так, закрут. Блин, там челик хорошо прям полетел. Но второе место, ребятки, зафиксировали. И... Это, кстати, первый раз вроде второе место. Но диамантик, здравствуй, ребят. Ну и все, ребятки. На этом мы заканчиваем ролик. Спасибо всем за просмотр. Дальше у нас идут Diamond 1. И это уже будет в следующем ролике. А так, платина закончилась. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.